Управляющей компанией подписан договор и уже сделана заявка Роспотребнадзор на выполнение работ по обработке дворовых территорий от клещей. По-настоящему теплый период еще не начался, и земля не прогрелась после зимней стужи, а клещи уже вылезли из своих укрытий и приготовились к сезонной охоте. Наступили времена, когда от этой напасти не спасешься даже вдали от лесных массивов, зеленых зон и прибрежных полян. Сегодня клещи адаптировались к условиям города, селятся везде. Особенно много их в захламленных территориях и запущенных приусадебных участках. По городу их разносят бродячие животные. К нам обратилась жительница с улицы 60 лет СССР, где прямо во дворе многоквартирного дома ее пес трижды подцепил клеща во время прогулки. Принято решение нынешней весной обработать дворовые территории в городской черте, в селе Курье, в микрорайонах Фабрики и Кранового завода. Всего обработке подлежат 54 дворовых территории, общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Управляющая компания инициирует обработку уже четвертый год подряд. Обработку планируется закончить до 1 мая, но ее следует проводить в сухую безветренную погоду, спустя не менее 3 суток после дождей. Обычно дворовые территории обрабатываются в вечернее и ночное время, чтобы соблюсти меры предосторожности. Но и с нашей стороны они не будут лишними.